Позвольте от имени правительства Астраханской области Российской Федерации, а также себя лично поприветствовать всех участников 6-го международного саммита «Энергичный Гуджарат-2013» и выразить глубокую признательность его организаторам за возможность представлять наш регион на столь представительном мероприятии. So, dear ladies and gentlemen, dear dignitaries on the dais, let me first express on the behalf of the government of the Astrakhan region and on my personal behalf our gratitude for this opportunity to be present at the 6th Global Summit Vibrant Gujarat 2013. Отдельные слова признательности. В этой связи я хотел бы выразить его превосходительству, главному министру штата Гуджарат, господину Нарендре Моди, поздравить его с победой в третий раз и пожелать ему победы в следующем году на выборах в национальный парламент. So separately, I would like to express our deep gratitude to Honorable Chief Minister Mr. Narendra Modi. I would also like to congratulate him on his fabulous victory in the Legislative Assembly election, and I would like to wish him all success next year in the India's general election. Мы, наверное, первая официальная делегация из российского региона, прибывшая сюда в столь представительном составе, включающем не только членов правительства Астраханской области, но и представителей бизнес-кругов. I believe we are the first such a huge and representative delegation of any of the Russia's regions ever to visit Vibrant Gujarat, including both officials and the businessmen. Для нас это и большая ответственность, и в то же время большая честь, и по-настоящему большое и очень значимое событие. Говорю так, потому что для нас Республика Индия – это стратегический партнер, и наш визит сюда звучит абсолютно в унисон с только что состоявшимся официальным визитом в Индию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что Астраханская область, как один из субъектов России, заинтересована и хочет сотрудничать с Индией. So, for us, it's both a great honor and a great responsibility to represent the Astrakhan region. I am saying so because it is much in line with the visit of His Excellency Honorable President Vladimir Putin to India that was just held. And for us, as the Astrakhan region, you know, like, we show much interest in establishing strategic partnership relations with the state of Gujarat. Наш регион связан с Индией и штатом Гуджарат очень давними и проверенным временем отношениями. Их основой служит протокол о сотрудничестве между Астраханской областью и штатом Гуджарат, который был подписан еще в 2001 году в Москве в присутствии высших руководителей наших стран. So, our region enjoys a time-tested, long ago established relationship with the state of Gujarat. Actually, the protocol on cooperation was signed in 2001 in Russia in the presence of the highest dignitaries of both countries. Начиная с этого периода, мы регулярно осуществляем взаимные контакты, обмен делегациями и информацией. В Астрахани работают предприниматели из Индии, идут взаимные поставки товаров. В наших высших учебных заведениях обучаются индийские студенты. А различного рода специалисты из Астраханской области проходят стажировку в Индии. Since that time on, we have been engaged in a permanent information exchange, delegations exchange. There are very many Indian businessmen who are operating in the Astrakhan region, as well as there are quite a few Indian students in the Astrakhan universities. And which is more important, we have a great will and an aspiration to work together in the future. За это время у нас накопился богатый опыт и определенные традиции, на которые мы сейчас опираемся, а самое главное – огромное желание сотрудничать друг с другом. So actually, we have accumulated a huge experience of working together. But as I've told you, what is much more important is that we are really inspired to work together in the future. Сегодня, пользуясь этой уникальной возможностью, нам хотелось бы привлечь внимание к нашему региону не только партнеров из Индии, но и других стран. Поэтому мы участвуем в саммите собственной выставочной экспозиции.
So today, using this opportunity of participation in the Vibrant Gujarat 2013 Global Investors Summit, we would like to use this opportunity to attract not only Indian partners, but partners from all over the globe, and therefore we are having our own stall at the exhibition. Астраханская область – приграничный край, обладающий значительными экономическими, научными, инвестиционными и кадровым потенциалом. Его месторасположение в Каспийском регионе, в дельте Великой Русской реки Волги, придает ему особую геополитическую значимость. So the Astrakhan region is a border region of Russia, and it has a vast economic investment, financial and industrial potential. It is situated in the delta of the greatest river in Russia, the Volga River, and this geopolitical, you know, like position gives it gives the region some significance. Если северная столица России, город Санкт-Петербург, считается окном в Европу, то наш регион можно по праву называть воротами России на Каспии, открытыми для стран Центральной Азии и Ближнего Востока. So if St. Petersburg is usually called a window to Europe, Astrakhan is truly the door into the Caspian region, the door into the whole of the Caspian region. Наша область традиционно занимает высокие места в рейтинге субъектов Российской Федерации, привлекательных для инвестиций, имеет высокий международный авторитет и открыта для взаимовыгодного сотрудничества с партнерами из любых стран. Our region is ranking very high on the Russia's and global investment rankings and assessments, and it has a huge potential of cooperation with foreign partners and investor-friendly environment inside the region. Мы имеем опыт реализации крупных международных проектов. В регионе работает более 500 иностранных компаний, в том числе такие как Schlumberger, Dragon Oil, Knau, Saipem, Eni Adjip и российские крупные компании Gazprom, Lukoil. So we are experienced in implementing some international projects as well, and there are just very big international, transnational corporations that are operating in the region, including Gazprom, Lukoil, Schlumberger, Toyota, and many others. Я готов завтра представить на нашем специальном форуме весь потенциал Астраханской области. Поэтому сегодня это только вот краткий анализ того, что мы можем и делаем сегодня в развитии наших отношений. Tomorrow we'll be having a special seminar, which is called Russia's Calling, to which we invite you all, dear guests. And I will delve into the potential of the Astrakhan region in much more detail. Today I will not go into any further expansion, not go into any further analysis. Будем рады принять заинтересованных посетителей на нашем выставочном стенде, а также приглашаем непосредственно в Астрахань. Мы всегда рады гостям. So we will be really glad to meet you all at our stall at the exhibition, and we will really welcome you if you can come to visit Astrakhan. Завершая свое выступление, хотел бы выразить уверенность, что предстоящие встречи и переговоры в рамках саммита послужат дальнейшему укреплению международных кооперационных связей, помогут завязать новые контакты, найти партнеров по бизнесу. Hopefully, the contact that we'll launch here in the summit will further be extended and will be sustained and endured, and will really grow into real, tangible partnerships. Спасибо за внимание и успехов энергичному Гуджарату. Thank you for attention and all success to Vibrant Gujarat.